городе красота. Посмотрите, какие красивые елочки, какие красивые кафешки, рестораны. Красивая новогодняя витринка, и елочка, и Санты. Красота. И вообще здесь везде красота. Магазин, витрины, посмотрите, какие чудесные витрины. Как хорошо в новогодние праздники. Везде вот такая вот красота. Правда, Саша, новогодняя красивая красота рождественская? Да. Друзья мои, здравствуйте! Приветствуем вас из Одессы, из улицы Дерибасовской. Посмотрите, посмотрите, мы на Дерибасовской. У нас праздничные новогодние рождественские дни, и мы, конечно, в эти дни всегда гуляем по вечерней Одессе. И, конечно, сегодня это у нас будет Дерибасовская. Она там светится красивыми огнями. И сейчас мы пойдем прогуляемся. Посмотрите, какая там красота. Дерибасовская многолюдна. Народ гуляет, музыка льется с разных концов. Там кто-то где-то на дудочке играет. А вот он наш музыкант. Да, конечно, вот такой вот музыкант играет. С праздником, с Рождеством. Вот какой красивый зайчик. Вот красивый зайчик вот такой на дудочке играет, греется. Молодец, молодец. Вот детки несут денежки. Вот так вот. Вот так ребенок зарабатывает денежки. С Рождеством! А мы идем гулять по нашей Дерибасовской. Посмотрите, Хари Кришна! Конечно, они создают тоже здесь веселье. Они тут танцуют, и мы, конечно, тоже. Саша, давай танцевать, идем. Конечно, с ними вместе в общий круг тоже потанцуем. Конечно, идет, пританцовывает, но он не захотел с кришнаитами танцевать, да? Но он увидел впереди елочку и закружился в хороводе. Вот она, одесская елочка на Дерибасовской. Он ищет Снегурочку, поэтому он идет под елочку. Потому что Снегурочки-то ведь, скорее всего, под елочкой. Вот, посмотрите, какая красивая у нас елочка. А здесь еще и подарки. Вот такие вот подарочки. А саночки, можно покататься на саночках. Подарочки вот какие. И вот какие. Ну, а птички тут тоже подарочки. Ну, и елочка. Можно подержать. Ну, и там дальше вот какой сапожок с подарками новогодними. А там Микки Маус веселит деток. Вот так. А тут
Тут много новогодних персонажей. Саша, вон и Снегурочка. Вот кого ты искал, Саша. Вот и Снегурочка. Вот и Снегурочка. Саша обрадовался. Так что Снегурочка есть. Кто еще здесь есть? Микки Маусы есть. А вот еще кто-то есть. Саша, тут много Снегурочек. У него глаза разбежались, конечно. Вот такие вот пузатые. Вот такие вот. Так вот обещал, что со Снегурочкой будут танцевать. А как Снегурочка подошла, так он и застеснялся. Да, стеснительный мой. А так он смелый. Вот такие вот они все мужчины. Смелые-смелые. А как только к делу, так они в кусты. Идем дальше. Вот у нас рождественский концерт. Тут вот поют рождественские песни. Сейчас мы подойдем поближе. На Дерибасовской рождественские гуляния. Песня черной вершине, волны смотрят по повышине. Ну что, друзья, погуляли мы, конечно, в такой красоте на Дерибасовской, в центре нашего города. Посмотрите, как красиво вокруг, как весело. И потанцевали, и повеселились, и вас повеселили. Ну и, конечно, кому понравилось, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь. Ну а на сегодня у нас все. С праздником, с Рождеством, с Новым годом! Пока-пока!